начали. Перетягивание каната, бег, но с условием, что перемещаться нужно змейкой и нести в руках чашку с водой. Также каждая команда должна ответить на 5 вопросов. Чем заняты казаки на одной из самых знаменитых картин «Время»? Чем они занимаются? Досрочный ответ. Время идет пока. В прямом смысле командная работа, повторить натюрморт, чтобы получилось как можно точнее и быстрее. Методика проведения соревнований и задания разработаны на краевом уровне. По замыслу организаторов, они должны быть доступны всем, независимо от уровня подготовки. Здесь учитывается все. И спортивная направленность, есть такие конкурсы, то есть соревнования спортивные, а также творческие конкурсы, которые полностью позволяют раскрыться этим ребятам во всех направлениях. На мой субъективный взгляд, что так и нужно, потому что этот ребенок, возможно, раньше никогда ничем не занимался. Сейчас он, попробовав себя в том или ином виде деятельности, может выбрать для себя правильное направление. Это городской этап. В нем приняли участие порядка 10 команд со всего муниципалитета, включая сельские округа. Главная задача – представить подросткам альтернативу сомнительным занятиям, которые предлагает так называемая неорганизованная улица. И наша цель этих привлечь в систематические занятия спортом, привить дух командной борьбы, ответственность каждого за результаты своего товарища и за команды в целом побеждает. Самая ловкая, которая успевает подстраиваться по условиям конкурса. Мобильная, скажем, команда. Вот самая мобильная команда, скорее всего, и будет победителем. В итоге 3-е место у команды поселка Виноградный, на 2-м сборная 10-й и 16-й школ. Золото у ребят из Анапы. Занявшие 1-е место поедут на общекраевые соревнования.